Всем привет. Меня зовут Сенсей. Я повелитель системы общения для дрифтеров и фанатов say.drift.com. Я расскажу вам, как правильно начать общение на нашем сайте. Итак, мы находимся на официальной странице Сенсея, очень важного человека в жизни UDC в этом году. В данном случае это Facebook. И Сенсей, конечно же, очень сильно хочет зайти на официальный сайт чемпионата Украины, который называется drift.com. Мы попадаем на официальный сайт, где, конечно же, куча информации, спонсор и все остальное, но вы реально видите красную меточку New и To Say. Это новая система общения, в которой представлены несколько категорий, одна из которых, в принципе, важнейшая, это Ukrainian Drift Championship, со всеми новостями, информацией, и информацией для пилотов, а также фановой такой веточкой. Новая категория – это чемпионат Украины по дрифтингу на маленьких радиоуправляемых автомобилях. И, конечно же, Ukrainian Drift Games, Leap for Speed, я думаю, Gran Turismo 2 и много-много игр, где присутствует дрифт. Как видите, система общения построена на абсолютно новом движке, поэтому регистрация не обязательна. Я считаю, что она в принципе вообще не нужна. Если вы находитесь в данный момент на Фейсбуке или ВКонтакте, вам достаточно нажать кнопочку вверху «Фейсбук» или «ВКонтакте». Давайте попробуем. Нажмем «Фейсбук». Система автоматически берет всю информацию, я имею в виду имя, фамилия, фотографию, все остальное с вашего аккаунта в соцсети. Вот, пожалуйста, мы зашли с Сенсей Дрифта. Как привязать, если вы зашли под Фейсбуком, как привязать ваш аккаунт к аккаунту ВКонтакте? Итак, мы заходим на самого пользователя, в настройки, конечно же. Соединение с ВКонтакте. Все очень просто. В данном случае это страница D1UDF, но это может быть ваша страница. И это не составляет абсолютно никаких проблем. В новой системе общения можно нажимать «Мне нравится», лайкать, абсолютно другая фотогалерея, подача видео, ссылок и всего остального. Добро пожаловать на say.drift.com. Почему say.drift.com, почему новая система общения? Потому что это новое веяние, так сказать, которое позволяет заходить с мобильного телефона и получать при этом мобильную версию, которой очень удобно пользоваться. И самое главное, где-то летом примерно новая система позволит нам скачать так называемое application приложение на наш телефон или iPhone, или какой-то из андроидов, скачать его в магазине App Store или Android Market. Таким образом, мы получим полноценное приложение на телефон, которое будет уведомлять вас о всех новых веяниях, новой информации, поправкам и так дальше и тому подобное. Всем спасибо. Да. Ha ha ha!